По словам Ришата Абдрахимова, еще несколько месяцев назад он даже не мог представить, что научится танцевать исторические танцы. На репетициях благотворительного бала «Танец жизни» мужчина вальсирует вместе с супругой, которая привлекла его к участию в этом мероприятии. Дышу ровно, адреналина достаточно, не переживаю, спокоен и доволен. Но это какой-то новый вид такого общения, совместного творчества, совместного там роста и продвижения и изучения чего-то нового. Но это интересно. Я думаю, что все-таки наш опыт с танцами на этом не закончится, да ведь? Посмотрим. Пообщавшись с организаторами благотворительного бала, мы пришли к выводу, что необходимо, наверное, уйти немножко в тематику 19 века. И я подобрал стилизованные танцы, которые могли бы передать тот дух атмосферы 19 века. В нашей бальной программе будут представлены испанский вальс, австралийский вальс, варшавский марш. Ну и, конечно же, бал будет открываться полонезом. Многие ребята, которые сюда приходили, они ни разу не танцевали. Но сейчас, вот по прошествии уже полутора месяцев репетиций, они уже на хорошем уровне танцуют вальс, марш, выполняют вальсовые вращения и получают от этого удовольствие. Ну, это очень интересно, это радостно. Ну, тут общение, просто куча эмоций, море драйва. Дебютанты оттачивают движение и готовятся предстать перед публикой уже 20 декабря. Помимо танцевальной части бала, в программе вечера выступление симфонического оркестра Республики Башкортостан, лучших вокальных и танцевальных коллективов, розыгрыш призов, а также аукцион картин, представленных уфимскими художниками. Благотворительный бал «Танец жизни» направлен на поддержку подопечных уфимского фонда «Наши дети». Мы решили выбрать именно программу лечения детей этого фонда, то есть все средства будут направлены именно на эту программу. Детки, некоторые со сложными диагнозами даже, которые еще не могут определить заболевания, некоторые с ДЦП, некоторые там с ограниченными физическими возможностями, то есть им требуется реабилитация в наших центрах, в клиниках. Перед Новым годом это будет самым лучшим подарком вообще для этих детей, именно вот этот шанс на здоровую жизнь. Надо помогать тем, кому в чем-то сложно, делать мир красивее, лучше, совершеннее. И как раз вот за счет таких красивых мероприятий, позитивных мероприятий, где человек не просто дает деньги, непонятно на что, как-то еще и вкладывается, чему-то научается и участвует душой. Мне кажется, это очень хороший вид благотворительности. Все партнеры, кто участвует, все артисты, они участвуют абсолютно бесплатно. Эта идея объединяет, чтобы вот этот танец жизни, запустить его, и мы вкладываем в этот смысл, чтобы дети, они были здоровы все и были счастливы. Алина Гребешкова, Роман Угуманов, городской телеканал ЮТВ.